НАБУ устроила маски-шоу у адвоката экс-нардепа Николая Мартыненко Игоря Кирезия. По его словам, формальной причиной этого визита стало дело 2013 года. Открыли его в ГПУ, теперь передали в бюро. Речь идет о коммерческих структурах, к которым, как уверяет правозащитник, он отношения не имеет. По его словам, детективы просто пытаются сфабриковать обвинения против его подзащитного. Реальных доказательств не хватает. Перешли к совершенно другому формату. То есть мы пришли в офис адвоката для того, чтобы получить доступ к документам, материалам, которые составляют адвокатскую тайну. Решение, по моему мнению, неправомерное. Мы будем это доказывать в судах украинских. Если не получится, то мы будем вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека.